Да, правильно. Теперь надо взять. Значит, когда ты заберешь, тряпки. Возьмешь тряпочку, сделаешь фигурку. И начать писать рисунок. Мягко. Распределительно. Хорошо? Да, вот здесь еще и сюда. Да, докидай. Вот головочка у нее. Нет, коричневый с красным просто сильнее. А здесь да, вроде знак. Желтота будет зеленка. Потом после этого на тряпочку взять вещество. Мало вещества, сильно мало. Белила, желтенькая, розовенькая. И уже начать стирать вещество. Значит, теперь не понадобится больше. Штриховать по цилиндру, потому что это тело. Вот таким образом. Значит, из этого выявить фигуру. Видишь, я даже жидкость налил. Такую сиреневатость. А лежачий. Пятна. То есть голубой, розовый. Разбелишь и тоже уложишь. Лежачий. Вот так тряпочкой, как ты и ложила. Плюс розовиночка чуть-чуть. Вот так же, да? Сначала, чтобы много вещества не было. Нет. А, вот. Да. Вот так. Вот. То есть не под самый край, а вот здесь. Мягенько. Пополнишь содержанием вот это пятно. Хорошо? Вот такое, вот такое. Пусть оно будет грязноватое, не надо, чтобы оно было чистым. Хорошо? Вот такое. Не спеша, не борзяся, вот так тихонько, прозрачненько. Давай. Пальчиком. Толстые верхние веки. Волосики. Потом кисточкой, вот эти тонкие, деликатные места мы пройдемся кисточкой. Плечоник вот этот тоже кисточкой. Поняла, вот этим цветом можно уже обозначить щечку. То есть не вот эта линия тебя. Да. Чтобы понять, мы собираем лицо до какого места нам доходить. И потом, эта линия у тебя образуется после того, можно отметить. Вот он. Эти краснилочки. Смотри, волосы увеличить немножко и все, начать их лечить. Хорошие пятна, очень хорошие пятна. Все. Все разумненько, хорошо закомпоновало. Супер. Так. Можно, высветляя. Ой, какая мера краски. Идеальная мера. Ну, молодчинка. Ну, просто отлично. Высветляя. Вот эту попочку появить. Объем, ягодичечки. Да, вот они там. Вот они там. Начались. Ты видишь, я просто отнимая красный, не линию потом вчертил, а наоборот, отнимая создал. Отнимая. Бережно подходя к этим местам. Вот такое, вот оно. Ягодичечное такое. Вот такое ягодичечное. Вот такое. Согласны? Угу. Булочки такие холесие. Очень хорошо. Вот эта линейка светленькая. Покажешь ее. Вот эту светленькую покажешь. По возможности штришок по форме, по цилиндрику. Очень хорошо. Ну, идеально закомпоновалось. Так. Волосиком плюс темнотичек небольшой. Небольшой темнотичек. Рыжеватенький. И вот так. Накидала, а потом чиркнула. А потом чиркнула. Накидала, чиркнула. И у тебя есть и вот это. Подушечку не надо в самый низ. Вот по этот уровень. Хорошо? То есть до самого конца не надо. Возьмешь
возьмешь бирюзовенький, там явно бирюзовый. Разбелик бирюзовенького. Вот оно. Тоже малая мерочка краски. Уложишь по форме и это пятно. Немножко теневую цапнешь, отчертишь. Светлая стена на вот этом пятне, на линии сгиба. Ты видишь, да? Там после линии сгиба начинается некоторое светло. Покажешь идею висячести плоскости, висячести и идею некоторых складочек чуть-чуть усилишь. Хорошо? Ой, такое тихое, пушистенькое. Под белый. Нет, они более тихенькие. Вот высветлить больше это. Под белый, допустим, отняла красочку. Взяла белильца. Вложила раздавленно. А потом немножечко обработала края до нужной толщины. Хорошо? До нужной толщины. Да. И даже самые лямочки. Вот они. Глядь. Трусявоньки тоже по этой же схемке. Раздавленная красочка. Давай так. Хорошо, только ты зря вот эту площадку сделала светлой. Там светлая как раз боковая площадка, то есть та, которая висит. Поэтому сюда свет, а сюда наоборот. Сюда свет, а останется чуть темное то, что к телу. От тела небольшой рефлекс, теплый. Поэтому чуть-чуть сюда придет легкая теплинка. И наоборот, сюда придет седина цвета. Вот сюда седина цвета, а сюда теплинка. И нарочито висячий характер. Краски уже стало много. Много. Подтереть и предпринять. Подушка, пусть она висит над и отбрасывает тень. Вот так вот висит, смотри, и отбрасывает тень на одеяло. Немножко однородное пятно. Как-то хочется все-таки, чтобы там что-то да появилось. Как бы, смотри, вот не свет, знала, вот понять. Свет, понятно. Свет, оттуда к голове, теневая, потому что головочка отбросила небольшую тень. Там есть еще теплость от самой рыженькой головы. Все вместе стало красивой тенью. Тень продолжает свою жизнь здесь. И акцентно, обрати внимание, акцентно в некоторых местах. То есть не все подряд, а акцентно. Акцентно здесь. Акцентно здесь. Обрати внимание, пяточка равна этой части Наврухола. Наверное, чуть укоротить, и пяточка будет равна вот этой части. То есть она не напрасно это сделала, это красивые получились именно ее гопчинские пропорции. Игорь, ткань делала. Ну, смотри, чуть-чуть есть тоновые утемнения. Здесь она немножко странно. Она здесь, гопчинская, потеряла линию. Да. И это красиво. Хотя бы маленький намечек сразу можно положить
этих клылышек. Хорошая личика, хорошие волосики, молочинка. Тенистости подсунуть. Чего? Ага. Сначала сделать вот такое. Вот такое этой полосатости. Угу. Смотри, неровная, такая чудная немножко линия. Чудная. Посмотри, как хорошо выражается при этом. А потом чуть-чуть не подряд все закрашивая. Чуть-чуть добавить красочку в некоторые из них. Дай кисточку. Чуть-чуть сюда кое-где мигнуть густой красочкой. Но только мигнуть. Не закрасить все это, а вот так мигательно. Посмотри, какая нежность, правда? Да, да, да. И нет ощущения, что мы только царапать умеем. Есть все ощущения сразу. Но мигательно. Пуговеньки там тоже сначала обозначила себе, потом дополнила густятинкой красочки. Складочки можно чуть-чуть подбрить. Вот ты все равно делаешь наоборот. Здесь темно, а здесь светло. Внизу светло. У тебя все наоборот. Почему? Здесь светло. Вот думаю, здесь. Что она тут лежит, вот здесь светло. Ну это же вещи очевидные. Надо сделать их, как они и есть. Там светло. Не могу. Что значит не могу? Она не напрасно так поступила. Это ткань свешивается, да, Игорь? Она и свешивается, и освещена отсюда, отсюда. Не сверху, а отсюда. Итак, здесь светлее. Внятно светлее. А та площадка, на которой она лежит, темнее. Хотя обычно наоборот. Но сделай так, как у нее. Но минимум для того, чтобы все-таки исполнить долг. То есть это ее художественный прием, который она здесь осуществила. И ты изволь сделать. Причем часть складок ты можешь тоже наметить, когда ты наберешь светлое пятно, тоже наметить вот такими проявлениями. А потом в эти проявления тоже чуть-чуть вещества. Чуть-чуть. И все. Ты понимаешь? Не делай вот эту площадку, на которой она лежит, светлее, чем наоборот, чем вот эту, висячую. Висячая светлее. Понятно. Ну наступи на горло песни. Я ну надо так. Наоборот. Тенистое. От подушки. Вот оно. Вот оно. Итак, ты поняла, что здесь у нас акцентные проявления теневой. Акцентные. Не везде, а вот так. Там, сям, по чуть-чуть. Чтобы не было единая, одинаковая линия очерчивания. Не, я наверное, не успею. Давай так. Не успею сегодня. Можно немножко пространство организовать, не, чтобы оно не было глухим. Чуть-чуть туда в него вложить намек на содержание. У нее этого намека нет, но мне кажется, что если мы чуть-чуть подпустим цветовых и световых, чуть-чуть, чтобы там что-то заклубилось. Понятно, что там стена, но пусть немножко это пространство чуть-чуть клубится светиком в районе центра. Периферия пусть останется никакой, а центрик пусть чуть-чуть заклубится какой-то воздушной атмосферкой. Согласна, да? Все-таки выкрасила. Вместо того, чтобы мерцательно,
стала проводить червяков один за другим. И эта мерцательная тишина пропала, стала невкусная червячная. Я бы вернул бы снова тишину. Ну не белый там, никак не равен. А тихая порезанность цвет. Не кричащий там этот свет. Поняла? Нет, не вот это, не вот это. Вот это. Вот это. Вот такое. Рябенькое. Почти без красочки. Вот такое. Потом доложить немножко красочки в эту разбитость, в эту срезанность. Чуть-чуть красочки. И чуть-чуть намеки на складочки, на уголочек. Но ни в коем случае не просто вот эти вот. Смотри еще раз. Резательно. Это красиво? Резательно. Понятно, что ты до сих пор этого не делала. Делать иначе, чем сделала ты. Под складочки. Посмотри. Вот они темненькие. Ты согласна? Да. А не просто набор вот этих порезов. Давай. И здесь перестроить. Где первое показать? Вот здесь. Не мутное пятно, а достаточно выразительное. Достаточно выразительное. Хорошо?